Привет, с вами Ярославна Громакина, и сегодня я расскажу, как мы расшевелим наше серое вещество, чтобы оно не превратилось в белое. Итак, нам понадобится два фломастера, можете взять ручку, маркер, карандаш. Если у вас ничего нет под рукой, все равно задание нужно выполнять. Если вы не сделаете его сейчас, то вы его не сделаете никогда. Нету ничего под рукой, берем и рисуем пальцами, да? Будем рисовать геометрические фигуры. Берем сразу пишущие, значит, предметы в обе руки. Попытаемся нарисовать квадрат. Затем рисуем круг. Треугольник. Я выполняю как бы зеркально, можно попробовать выполнять в одну сторону, например, квадрат, да? Круг. Треугольник. Затем можно попытаться разукрашивать одновременно, да? Например, вот так по диагонали. Можно разукрашивать наоборот. Одна рука идет вверх, другая вниз. Попробуйте. Это очень сильно расшевелит ваш ум. Можно рисовать, например, не только диагональ, горизонтальные линии, вертикальные, да? Вот. А на самом деле это... Если вы выполняете такие задания в первый раз, это очень классно. Может даже слегка заболеть голова, потому что активный прилив идет сейчас к вашей голове. Давайте что-нибудь попробуем. Не знаю. Какие-нибудь зигзаги. Да, попробуем. Вот. Можно пробовать, да, зеркалить, не обязательно делать это в одну сторону. Пытайтесь разные способы. Можете пописать какие-нибудь непривычные вам символы, например, римские цифры, которые вы не так часто используете в повседневной жизни. Попробуйте разменить руки наоборот, пишите, как будто вы еврей, да, слева направо. Можете нарисовать какой-нибудь рисунок, да. Снежок. Отлично. Ну вот, укажите автора. Да? Как это оригинально. Вот так. Что можно еще попробовать, да? Можете попробовать чередовать написание, да? И подписаться вот так на мой канал нашидети.ру. Мне будет очень приятно. Всем спасибо. Развивайте ваши умственные способности. Всем удачи. Ну, еще можете вот так поставить лайк.